Завтрашнего дня Гомельский областный центр гигиены и эпидемиологии громадского здоровья запускает новую форму работы – скайп-консультации с врачами-валеологами и психологами. Скористаться инновационной послугой можно по электронным адресам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Для населения в области консультации будут бесплатными. В лютом они запланированы на каждый четверг с 10 до 11 годин и с 15 до 16. На питание откажут врачи, валеологи и психологи. Пропонуемые темы – формирование навыков здорового ладу життя, культура харчевания, профилактика захворваний, психическое здоровье и отношения. Также для всех заинтересованных мы также оказываем помощь в подборе методической литературы при проведении всевозможных профилактических мероприятий, единых дней здоровья и других мероприятий всевозможных, по которым будут обращения. Консультации оказываются на бесплатной основе. Ждем ваших вопросов.